начинаем 9-й городской конкурс любительских коллективов народной песни, фольклорных ансамблей и солистов организации культурно-досугового типа имени Анны Алексеевны Эповой «Как на нашей Насторонке». Сегодня будем прослушивать детские коллективы. Позвольте представить членов жюри нашего конкурса. Профессор, заведующая кафедрой русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, председатель городского методического объединения для руководителей любительских народно-певческих коллективов, регламент народного творчества и досуга, заслуженный работник культуры Российской Федерации Вера Матвеевна Сивова. И доцент, заведующая фольклорным кабинетом кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры, кандидат искусствоведения, председатель городского методического объединения руководителей фольклорных ансамблей Татьяна Станиславовна. И первым я приглашу на нашу такую небольшую сцену импровизационную семейный фольклорный ансамбль «Золотая веточка» Дома культуры имени Маяковского, руководитель Снежана Хазова. Возрастная категория детская, номинации ансамбли «Фольклорное направление». В исполнении ансамбля прозвучит детская шуточная «Ты скажи, скажи горами» деревня Луковец Невского района Псковской области и Жнивная деревня Борисского Невского района Псковской области «Соловейка не летай по полю». Соловей,
фольклорное направление. В основной категории детская от 5 до 12 лет. Это детская группа «Яблонька» при народном коллективе семейном фольклорном ансамбле «Тропина» культурно-досугового центра «София». Руководитель Елена Прокофьева. В исполнении ансамбля прозвучит «Весеннее», деревня Огненка Брянского района Брянской области, на Горке. И плясовая скоморошина Верхнего Дона, там шли веселы. Как на Горке! На
Ивана Хазова. В их исполнении прозвучит музыкальная композиция из народных песен «Прикамья» времен Великой Отечественной войны. Жил в Ростове Витя Черевичкин, фрагмент песни, деревня Калиновка Екатерининского сельского совета Сивинского района Пермской области. По полю танки грохотали, фрагмент песни, село Богомяхово Богомяховского сельского совета Осинского района Пермской области. И вечер опустился светло-синей дымкой, деревня Калиновка Екатерининского сельского совета Сивинского района Пермской области. Жил в Ростове Витя Черевичкин, в школе он отлично успевал, и свободный час всегда обычно голубей на волю выпускал. Голуби, вы мои милые, улетайте в облачную высь. Голуби, вы сизокрылые, в небо голубое унеслись. Голуби, вы сизокрылые, в небо голубое унеслись. Юность так прошла улыбкой ясной. О, моя любимая страна, жизнь была счастливой и прекрасной. Вдруг внезапно началась война. Oh,
Участница народного коллектива семейного фольклорного ансамбля «Трофина», культурно-досуговый центр «София», руководитель Елена Прокопьева. Вы Лугина, деревня Метризово, Кардымовского района, Смоленской области. И послеста из Соловьишек, Весняное, село Подгорное, Валуйского района, Белгородской области. Вы мое,
улице долинка, долинушка. Долинка, долинушка, долинка широкая, эй-хо-хо, долинка широкая. По тебе, долинушка, туман расстилается, эй-хо-хо, о, туман расстилается. Заря занимается, солнце выкатается, эй-хо-хо, солнце выкатается. Светит красно солнышко, да все не по-летнему, эй-хо-хо, да все не по-летнему. Станица Петропавловская Ставропольского края. Змея. Ой, да ты змея, а ты змея, эй, да ты же моя змеюшка, змея, да ты же моя лёю, да змея лютая, змея лютая. Ансамбль народной песни «Млада» культурно-досугового центра «Московский», руководитель Оксана Гу, концертмейстер Святослав Тихоненко. Я у батюшки жила.
летала над Волгой орел молодой, и русская народная песня «Весья капуста». Шелковую плеть подымала, сама речь-то говорила.
макагырьки, да макагырьки, чигырьки, чигырьки, макагырьки, да макагырьки, чигырьки. Пароход идет по Волге, да у Магани ноги долги, да теребила, 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 макраши. Пароход по Волге вниз, да у Магани дом карниз, чигырьки, макагырьки, да макагырьки, чигырьки, чигырьки, макагырьки, да макагырьки, чигырьки. Пароход по Волге вдоль, да у Магани новый дом, и калитка новая, да подмигни игровая. Теребила, 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 макраши. Please.
танцор. Награждение состоится 27 мая в 11 часов на городском методическом объединении для руководителей народно-отвлеческого.